Мужчина погиб во время рыбалки на реке Бердь. Инцидент произошел утром в минувший понедельник. В Бердске, в районе санатория «Лазурный», обнаружен труп рыбака. Инцидент произошел в понедельник, 15 ноября. Примерно в 11 часов поступило сообщение о том, что находится на расстоянии 150 метров от берега на льду мужчина в бессознательном состоянии. Мы выехали, значит, в 11.15, прибыв на место, установили, что действительно мужчине плохо. Сосед, который с ним рыбак был, говорит, что вот он, ему стало плохо, и как бы начал делать искусственное дыхание, но у него ничего не получилось, и он оказался безжизненным. Значит, вызвали скорую помощь и полицию, полиция осмотр сделали, мы на ОКЕ доставили на берег и передали скорой помощи.